второго ла понимает, что здесь уже нужно просто брать жадностью, он спокойно улетает фармить все линии, артефакты ему для этого не нужны. И вот она провокация. Вот он шанс. Но там Аегис. Выбьют Аегис, хорошо. А дальше-то что? Фисты закидывают сюда Эмбер. Сейчас второй раз нужно как-то забирать Темпларку. Фейби там опять практически сгорел. Вот он Блэк Холл. Хорошо, сбить нечем. Забрали Темплар Ассасин. Неплохо. В это время погибает Фейби. Притягивает сюда Муну. Муну очень больно. Муну успевает забежать на хайграунд, но его подкопали и отправляют в таверну. Даблкил. Эмбер просто вырезает всю команду Минески прямо сейчас. И это уже минус 4 в размен на Темпларку. Я думаю, такой размен команду Кин более чем устраивает. Сейчас еще и можно Т3 забрать. Безусловно.